вас, и наш концерт начнем сейчас. Напомним мы для зрителя, сегодня День Учителя. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших преподавателей с профессиональным праздником. В этот день люди чествуют учителей, выражаем свою любовь и благодарность. Сердечно поздравляем вас с Днем Учителя! От всей души благодарим за ваш энтузиазм, самоотверженность и безграничное терпение. Ну а сейчас разрешите наш праздник открыть! На сцене образцовый шоу-театр «Радуга детства» с песней «Первоклашки». Здравствуйте, дорогие учителя! Знаете, хочется вам сразу же низкий вам поклон за вашу работу. Знаете, вот думаю, вашу работу, вообще ваш труд очень сложно вообще оценить.
потому что он настолько колоссальный, настолько вы отдаетесь, вот, я не знаю, меньше уделяете время семьям, да, своим близким, вы столько отдаете душу, внимание, свое время нашим детям. Вы знаете, я даже вот еще хочу как от родителей, потому что я родитель, да, являюсь еще родителем, у меня в этой гимназии трое детей. Получается, первый ребенок уже закончил, и двое сейчас еще учатся здесь. И я настолько всегда восхищаюсь вами, восхищаюсь вашим трудом. Поэтому большая вам благодарность. Хочется пожелать вокруг вас, чтобы всегда были любящие и любимые люди, чтобы были благодарные учителя, чтобы ученики у вас были благодарны, и родители тоже благодарны вам, и чтобы наши школьники, наши ученики, гимназисты были достойные жизни потом люди. Всего-всего вам тепла, здоровья, крепкого здоровья, терпения, любви и в семьях, чтобы у вас было благополучие. С праздником вас! Мне сегодня вдвойне приятно видеть на этой сцене тех воспитанников, вот, которые как бы уже внуки тех, которых мы воспитывали когда-то. И очень приятно, что вот эта традиция, которая уже в городе появилась, она уже не останавливается. Это благодаря кому? Только вам, удивительным людям, преподавателям детской школы искусств. И вообще я считаю, что самые красивые преподаватели только у нас. Потому что они, с одной стороны, богаты душой, а с другой стороны, у них такое терпение. Даже иногда, ну, не та зарплата, как в Москве, они все равно приходят на работу. И что приятно, бывает так, что озадачивает настолько, что ты уже иногда и решить некоторые вопросы не можешь. Но стремление к тому, чтобы было лучше здесь, в нашей школе, остается непреклонно. И вот, несмотря на то, что мы уже 45-й учебный год начали с вами, и будем, я думаю, что очень достойно его завершим, вы настолько правильно все это делаете, с умением, с профессионализмом, знаете конкретные задачи, которые стоят и тактически, то есть сегодняшние, и то, что стратегия развития нашей школы. Если бы у нас еще было бы здание, я уверен был, что оно было бы наполнено детьми, потому что ваша пропаганда, искусство по всем видам, а самое главное, чтобы вы всегда стремились прийти сюда в школу, на работу. И не дожидаясь этой очереди, скорее бы закончилась работа, бегом домой, стремление к дому. А дома опять на работу. И словом, это бесконечность. Это восьмерка, которая будет всю жизнь нас преследовать. Добрый час. С днем учителя. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна, Нагабет Альбертович, за такие добрые слова. Спасибо огромное. Ну, а для вас, дорогие коллеги, следующий музыкальный подарок. Дербенко. Пьеса в современном стиле исполняет Борис Акинин. Thank you.
Все в этом мире переменчиво. Меняет время, взгляды, лица. А вы по-детски так доверчивы. Вам ни за что не измениться. За славный труд и за терпение, за ваш талант и доброту примите наши поздравления. За сердце пыл и красоту мы низко голову склоняем и от души вам говорим. Мы любим вас и уважаем, за знания и дар благодарим. А к нашим поздравлениям присоединяется ансамбль скрипачей «Первоцвет». Темно, веселая кадриль. Концертмейстер Майя Хангильдян. Сейчас! И на веселье! Надо все!
Астахова. А для вас поет Арина Пащенко. Русская народная песня «Деревня». Thank you.
наши звездочки разной величины и яркости. Одни уже открыли себя, поэтому их видят и знают многие. Но другие только начинают раскрываться и пока менее заметны. Но все наши звездочки занимают важное место в своих коллективах созвездия. А на сцене самые настоящие кокетки хореографического ансамбля «Атриум». Yeah.
Сюрприз. Сейчас так рвутся на сцену поздравить
поздравить вас всех, преподавателей детской школы искусств, музыкальная открытка от инструментального ансамбля «Primo Motivo». Бурные аплодисменты, встречайте! Тем,
живем на земле. До новых встреч!